Вот мой рецепт приготовления быстрой закатки огурцов. Кто любит зимой лакомиться качественными домашними огурчиками, всем рекомендую попробовать их заготовить таким способом, очень вкусно. Рассказываю, как приготовить быструю закатку огурцов в домашних условиях. Я в детстве всегда думала, что это очень сложно. Вспоминаю, как мама носилась с кастрюлями и не разрешала мне мешаться под ногами, чтобы я ненароком не обожглась. Сейчас же понимаю, что детей и правда на кухню лучше не пускать, а вот сам процесс легче легкого, да и огурцы получаются замечательными, попробуйте. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Огурцы моем и заливаем холодной водой, пусть стоят 3 часа, тем временем стерилизуем банки, выкладываем в них кусочки морковки и лука, а также лавровый лист, перец и укроп, по вкусу. 2. Выкладываем огурцы, отдельно в воде растворим соль, сахар и уксус, доводим до кипения, этой смесью заливаем огурцы в банках, чуть прикроем крышками и стерилизуем 15 минут. 3. Вот фото процесса стерилизования банок, затем их надо закатать крышками на зиму, держим в перевернутом состоянии, укутав в одеяло, до полного остывания, а потом храним, как и все заготовки, в темном прохладном месте. 4. Вот такими красивыми получатся огурчики. Храните их в подвале или в погребе, зимой будет вкусно. Вкуснее тем, кто подпишется. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты. Огурцы 5 кг, морковь 2 штуки, лук 3 штуки, вода 2-5 литра, уксус 5%, 1-5 стакана, сахар 1-5 стакана, соль 3 столовые ложки, укроп по вкусу, лавровый лист по вкусу, количество порций 10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Удачного приготовления, приятного аппетита! Жду вас снова.